Это материя, ребята. Ребята, это материя земли нашей. Мы съедаем материю. Ребятки, вы только посмотрите, мы съедаем всю материю нашей планеты. Ням-ням-ням, ого. А это что, оказывается, что ее держат черепахи? Ребята, и черепах... А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть, ребятки, в съедобную планету, и мы с вами, ребятки, посмотрите, куда уже дошли, а дошли мы, ребятки, уже к финальному уровню. Так, ну что ж, и здесь у нас вот такое вот, ребятки, изображение. Пишут какие-то, это будущее какое-то, ребята, посмотрите. Где же Глазастик, доктор? Вы говорили, что он должен быть здесь. Он здесь, просто он еще слишком маленький. Мы должны его уничтожить. Выпускай, он здесь просто... Выпускай нанороботов, ребята, это уже будущее. Мы переместились в будущее, ребятки. И это уже, посмотрите, это какие-то, ребятки, нанокрысы маленькие, ребятки. Мы их пытаемся хавать. Но на самом деле, ребятки, это малюсенькие какие-то клеточки. Такие маленькие клеточки, которые вообще еле-еле способны передвигаться, ребятки. Это вирусы такие малюсенькие. Так что давайте, в принципе, пока что ими будем питаться, потому что нам пока ничем другим и не дают питаться. Так, ребята, вот клетка меня хочет съесть. Вы видите, зеленая, ребятки. Вот это она пытается бактерии, ребятки. Я хаваю бактерий. Так, отличненько. Ай-яй-яй, ребята, это что-то было. Она меня... Так, это тоже зеленая, это тоже бактерия, что ли, такая? Давайте посмотрим. О, да, это бактерии, это все бактерии, ребятки, посмотрите. Ой, ребятки, там какой-то червячок полз, вы видели? Все, зеленые бактерии мы хаваем, дорогие друзья. Это просто отлично, это просто, я считаю, ребятки, просто супер, просто замечательно. Так, отлично. Пошел, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, вкусно. Что это за гусеница, ребятки, такая прикольная, ползает-то? Давайте, наверное, скоро и отведаем ее замечательный вкус и посмотрим, на что, ребятки, она, собственно, способна, дорогие друзья. Так, ой-ой-ой, ребята, она меня только что укусила, и я стал, ребятки, еще меньше. Ну что ж, мы, ребятки, на бактериях постоянно попытаемся набрать нашу массу. И таким образом, ребятки, съесть весь мир. Я хочу съесть весь мир, дорогие друзья. И тем... О, все, мы можем хавать. А, это тоже бактерия. Просто она выглядит как червячок, как гусеница, ребят. Но на самом деле это тоже бактерия. Посмотрите, какая она прикольная. Так, ну что ж, мы тоже их можем хавать. Что это за робот, ребята? Какой-то робот хочет меня уничтожить. А, я понял, ребята, это новый робот. Все, это ученый меня пытается словить, дорогие друзья. А там, да-да-да, ребята, ученый меня пытается словить, в свою барокамеру посадить и уничтожить меня, чтобы я не съел весь мир, дорогие друзья. Вот таким образом я пытаюсь, ребятки, от него, ауч, убегать. Ну что ж, я думаю, ребятки, что мы скоро вырастем и покажем ученому, где раки зимуют. Мы съедим ихних нанороботов, дорогие друзья, и вместе с этим съедим всех ученых, ребятки. И посмотрим тогда, кто прав, а кто виноват, дорогие друзья, и кто вообще... Где стоит и где чье место на самом деле. Чтобы они ко мне больше, ребятки, не дорывались. Потому что я не люблю на самом деле, когда ко мне, ребятки, лезут драться. Но теперь мы их можем, наверное, съесть. Где они? Или не можем? Сейчас посмотрим. Да, ребята, все отлично. Наноробот. Все, мы, ребятки, хаваем нанороботов. Посмотрите. Нанороботы, они очень малюсенькие, дорогие друзья. И пытаются нас словить. Это этот злой ученый со своим... учеником пытается нас, ребятки, выловить и съесть. Но он, они же, не, ребятки, не подозревают то, что мы уже с вами, ребятки, выросли. Что мы с вами выросли. И уже стали абсолютно другими. И теперь мы с вами с легкостью сможем их скушать. Давайте их покушаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Меня кусает. О, мы уже можем кушать и эту штуку. Пыльца, ребята. Это пыльца. Это обычная пыль, дорогие друзья. Так, все, мы пыль съели, ребята. Нанороботов, ребятки, тоже хаваем. И таким образом набираем, ребятки, массу.
Так, ребятки, это что за ежик? Ребята, что это за мячик такой? Ой-ой-ой-ой, ребятки. Так, давайте кушать, ребятки, пыльцу, пока у нас есть такая возможность. Потому что скоро, наверное, и такой возможности не будет. Давайте будем набирать вес с помощью вот такой вот пыльцы, ребятки. И продвигаться все дальше и дальше, как сказать, по периметру, дорогие друзья. Ой-ой-ой, как больно. Так, отлично, 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 отлично. Отлично, 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 отлично. Просто супер, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ух, как вкусно, ребятки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно. Ой, ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, ребятки. Просто супер. Просто супер, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали. Ребята, посмотрите, какие мы уже большие, ребятки. Я думаю, что скоро мы уже сможем скушать вот этого штуку. Все, это тоже пыльца, ребята. Только какая-то она острая, дорогие друзья. Но тем не менее, ребятки, мы ее хаваем. И вот тоже какая-то грязь, ребята, или листья. Что это такое? Но мы еще такие, ребятки, малюсенькие. Я еще таких малюсеньких не видел, ребятки, чтобы мы были такими маленькими. Но тем не менее, ребят, посмотрите, как мы быстро, ребятки, выросли. И амеба, ребята, все, мы уже начали хавать амеб. Это означает, ребятки, что наш рост уже довольно-таки да, большой, ребятки. Так что мы амеб хаваем. И таким образом, ребятки, набираем свой замечательный, ребятки, вес. Так, амебы, амебы, где вы, амебы бесхребетные? Я вас сейчас съем, и таким образом, ребяточки, я покажу, на что я способен. Еще совсем немножко, и я пройду... О, это гравий, ребята, я уже начал камень кушать. Так, ребятки, ну что ж, отличненько, дорогие друзья, мы с вами прошли первый уровень. Давайте, собственно, приступим ко второму уровню. Ребятки, мы совсем малюсенькие. Посмотрите, это капельки, ребята. Это вода, ребятки. Это росинки такие. На этом, на листочке мы собираем капельки, ребятки. Посмотрите. Ребята, в меня что это? Кто это стрелял? Это нанороботы стреляют, ребята. Да, это нанороботы-жуки, ребята, которые в меня пытаются стрелять. Ребята, посмотрите. Это нанороботы пытаются в меня выстрелить, дорогие друзья. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, дорогие друзья, ребяточки, мне надо быстренько, что это? Это карточка какая-то, ребята. Давайте потихонечку будем набирать, ребятки, массу мышечную. О, ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Так, водичка тоже, ребятки, идет, отличненько, просто супер, просто замечательно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, вау, ребята, вы видели? Вот это вкуснота, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот это да. Так, 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 ребята, мы давайте съедим гравий. Наверное, скоро сможем и жуков этих хавать. Я так думаю, ребятки. Я так думаю. Так, ребятки, рано или поздно мы же должны вырасти и хавать. Все, ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, мы начали хавать даже жуков, которые нам мешали, дорогие друзья. Мы их уже начали хавать. Все, отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Иди сюда, этот жучок. Лазерный муравей, ребятки, он называется. Его зовут так. Что это за батарейка здесь такая? Так, что это такое? Это камень, ребятки. И это капля большая. Так, лазерный муравей. Откуда же ты берешься-то? Давай мы тебя будем хавать потихонечку. Лазерный муравей. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, лазерные муравьи. Это, конечно же, ребятки, замечательно. Но, тем не менее, ребятки, стоит понимать, что все это не так спроста. Что нас ученый хочет словить и съесть, ребятки. Что нам нужно быть более бдительными и аккуратными, дорогие друзья. Так, давайте потихонечку, дорогие друзья, приедем, 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 приедем. Будем ехать, ехать, лететь, 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 лететь. Отлично, отлично, отлично. Ого, ребятки, круто, круто, круто. Давай, давай, о, мы уже можем кушать пластиковые карточки. Кредитная карта, ребятки, мы съели кредитную карту. О, батарейка, ребята. Мы съели батарейку, вот это прикольно. И листок мы съели, ребята, посмотрите, с каким этим мы растем. Как быстро, так, кредитная карта и листья. Так, ой, что за крысы, нано-крысы, ребята. Нано-крысы, которые тоже стреляют, вы видели, ребятки? Пытаются меня убить, да что ж ты будешь делать, а? Тут какие-то лазеры, ребята, пистолеты, вот это будущее, вот это я понимаю. Ребята, собираем батарейки и убиваем нано-крыс вот этих, которые стреляют лазерами. Давайте аккуратненько будем как-то пытаться все-таки пройти, ребяточки, эти уровни, потому что это довольно-таки очень сложно, дорогие друзья. И стоит понимать, что не все просто так дается в этих уровнях, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну что ж, отличненько, я считаю, что пока что, ребята.
Пока все идет так, как нужно, дорогие друзья. Я собираю батареечки и таким образом расту. О, все, отличненько, ребята. Я могу хавать этих крыс, которые недоделанных, которые пытаются меня изловить. А вот этот самый ученый, ребята, вот, видите, мы скоро его съедим. Он пытается нас поймать, но мы скоро его съедим. Там ученый, ребята, и его друг, доктор. Так, студент. Они пытаются меня, ребятки, словить. Но я же, ребятки, не сдаюсь. И таким образом буду хавать их крыс. А вот робот-пылесос, ребята, вы видели? Он высасывает все на своем пути. И таким образом не дает нам, ребятки, продолжать наш замечательный путь. Так, давайте все, ребятки. Мы уже поседали практически все, дорогие друзья. Так, осталось съесть вот этого доктора и крыс вот этих. Так, так, так. О, мы съели лазерный пистолет, дорогие друзья. Вы видели? Это уже не шутки, это уже о чем-то, ребятки, говорит. Так, что это за скейт такой? Так, ну что ж, ребятки, лазерные пистолеты, ребята, мы все съели с вами. Все, теперь осталось нам, ребятки... Да что ж ты будешь делать, а? О, ребятки, нано-люди, посмотрите, это нано-люди, которые пытаются меня словить. Это какие-то пришельцы, дорогие друзья. Это какие-то пришельцы, которые пытаются, ребятки, меня выловить. И ауч, видите, нельзя на них попадать, дорогие друзья, потому что они катаются на каких-то таких летающих штуках. Они летают на каких-то скейтах, дорогие друзья. Это скейт, оказывается, летающий. Вот, видите, это летающий скейт, дорогие друзья. Все, ребятки, мы начали хавать их. А где безумный доктор? Где его мозги? Я сейчас съем. Отлично, дорогие друзья, мы съели доктора вместе с этим чувачком, ребятки. Отлично, отлично, просто супер. Отличненько, ребята. Посмотрите, мы хаваем, ребятки, всех людей, которые здесь только есть. Отлично, отлично, просто отлично. Вот таким образом, ребятки, мы набираем мышечную массу. Это просто замечательно, я считаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично, отлично. Отличненько, ребята. Ого, ребята, посмотрите, как мы выросли. Здесь машины будущего и скейты, ребята, и люди, и кого здесь только нет. Посмотрите. Вы только посмотрите, ребята, сколько здесь скейтов и людей развелось. Давайте всех их Ого, за мной танк, ребята. За мной робот-танк огромный гонится из будущего. Посмотрите, какой он. Вон он лазерами стреляет. Давайте как-то будем потихонечку от него убегать, а потом съедим его. Вау-вау-вау-вау-вау. Вот это он дает, ребятки, вы видели? Вот это он гонит, конечно, но ничего. Мы сейчас, ребятки, вырастим, и мы сейчас ему покажем, где, собственно, раки зимуют, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали. Погнали, 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 ребятки. Так, авария, авария, авария. Так, я думаю, машины мы сможем кушать потом. Давайте транспортировщик, давайте скейты вот эти летающие посъедаем. Так, погнали, 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 ребята. О, здесь уже показывает, что я могу кушать, ребятки, деревья. Это просто круто, просто замечательно, дорогие друзья. Вау, 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 вау. Так, 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 так. Подожди, 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 подожди. Вот так вот. Вкусно, 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 вкусно. Так, отличненько, отличненько, отличненько. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ребятки, мы уже с вами, посмотрите, довольно-таки большие. И можем с вами съедать практически все кусты. Ребятки, посмотрите, мы уже с вами 3 метра почти. И мы уже можем хавать автомобили, ребят. Реально круто, посмотрите, мы хаваем автомобили вместе с кустами. Вау-вау-вау, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это вкусно, ребятки, вы просто гляньте. Вы просто гляньте на эту красоту, ребята. Это деревья, а как мне туда пройти-то? Вот, вот так вот мы пройдем сюда, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням, клен. Ребята, мы 8 метров в длину. Посмотрите, мы дома едим. Дома будущего, дорогие друзья. Мы их все хаваем. А где тот робот, который к нам приставал, ребята? Где он? Я хочу отомстить ему. Где он? Где он есть? Так, я буду съедать все дома. Я буду съедать все дома, которые меня обижали. И всех людей съем, которые меня обижали. Понятно? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично, просто супер. Отличненько, просто супер, просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, робота мы, наверное, уже давно съели. Потому что мы уже 52 метра в длину, а он был 10 метров в длину. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. И мы продолжаем нашу замечательную игрушку.
И здесь у нас что, ребята? Здесь у нас листочки и кредитные карточки, дорогие друзья. И, естественно, лазерные крысы, которые пытаются, ребятки, нас съесть. А тем временем, ребятки, нам надо потихонечку удирать. Так что давайте, собственно, с вами будем, ребятки, убегать от этого. Потому что это довольно-таки сложно. Так, сейчас мы с вами, ребятки, вот это все посъедаем. Отличненько. Просто супер. Просто замечательно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ох, как вкусно, ребятки. Батарейки очень вкусные. Так, ребят, мы уже довольно-таки большие, и мы можем хавать крыс. Все, ребятки, вы видите? Как бы они нам лазерами не стреляли, но мы их, ребятки, съедаем. Слышите, как они пищат? Прикольно. Вот это прикольные крысы. Так, давайте, ребятки, что, начнем с крыс, а там посмотрим, чем будем дальше заниматься. Пока что приходится, ребятки, довольствоваться крысами. Ребята, нано-коты, вы видели? Ребята, нано-коты. Таких приколов я еще не видел, парни. Нано-коты, ребятки, это очень серьезно. Я хочу вам сказать, что нано-коты, ребятки, это очень серьезно. Для того, чтобы съесть нам нано-кота, нам надо, ребятки, съесть много нано-крыс, чтобы стать... Видите, кот за мной пытается, ребятки, прибежать и съесть меня. Нано-кот, ребятки, с лазерными какими-то прикольными штуками. Так, 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 внутри, вот он. Ауч, ребятки, он меня укусил, он еще и стреляет лазерами тоже, ребят, вы видели? Так же, как и крыса, он тоже лазерный кот. Так, ну что ж, ребятки... Все, отлично, мы можем хавать котов. Мяу-мяу-мяу. Иди сюда, дорогой, мы тебя съедим на завтрак или на обед и на ужин. Мяу. Отлично, ребятки, отлично. Просто съедается все на раз-два, просто отлично. Посмотрите. Отличненько, отлично, просто супер. Так, крыса, 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 крыса. Дайте мы тебя съедим. А потом будем продолжать все остальное делать. Так, 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 мяу-мяу-мяу. Отлично, котика мы съели. О, три крысы подряд, ребята, посмотрите, какие мы большие. Нам еще одного котика, и все, и мы прошли игру, ребятки. Все, давайте, где еще один котик? Отличненько, дорогие друзья, и мы прошли с вами этот уровень. И продолжаем нашу замечательную игрушку. И, ого, а здесь сразу за мной танк, ребята. За мной танк гонится, посмотрите. Он, ребята, на своем пути ничего не жалеет, ребятки, посмотрите. А я буду скейты кушать, ребята. Пускай он стреляет в меня, а я начну со скейтов. А, мне только скейтами и надо питаться. Надо ждать, ребята, пока он стрельнет сюда. Видите? Все, теперь быстро сюда попасть и наесться скейтов, ребята. И быстренько свалить отсюда. Все, теперь здесь стоять ждать, пока он проломит, ребятки. Пока он, ребятки, проломит вот эту штуку. Вот так вот, все. Теперь быстренько тут, ребятки, мы довольствуемся всем. И убегаем, ребятки. Ждем следующую. Пускай быстрее едет сюда. Где же он? Ой-ой-ой-ой, ребятки, попал все-таки в меня. Отлично, отлично. Так, давайте его, ребятки, обманем. Где же он? Где-то едет. Ага, вот он, ребята. Все, мы его обвели, ребята, вокруг пальца. Но он все-таки все равно у нас попал, дорогие друзья. Так, а что нам еще надо хавать, ребята? Нам ничего больше, ребятки, и не приходится хавать, кроме этих скейтов, потому что мы пока еще очень малы, дорогие друзья. Давай быстрее, танк. Вали деревья. Все, я теперь смогу... О, все, ребята, я теперь могу хавать деревья. Конечно же, не все, но большую часть могу. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно, дорогие друзья, отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, ребятки, все, мы съели кусты и прошли с вами этот уровень. И мы продолжаем нашу замечательную игрушку, дорогие друзья. И мы начинаем, ребятки, хавать. Ого, ребята, посмотрите, как коты стреляют в меня. Вот это да, ребята, да что ж ты будешь делать, а, коты, вы видели? Вы видели этих котов, дорогие друзья? Вы просто посмотрите на этих котов, которые хотят, ребятки, меня сожрать полностью. Откуда они взялись-то, скажите мне, пожалуйста. Откуда они взялись, ребятки? Откуда вы беретесь, а, скажите мне? Злые и нехорошие коты. Так, 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 ребятки, подождите, подождите, подождите. Это же все, конечно же, отлично. Это же все, конечно же, супер. Но мне же, ребята, надо как-то, как-то выбираться, выбираться из этого всего. Ребята, подождите, подождите. Дайте мне, пожалуйста, дорогие друзья,
выбраться отсюда. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Вай, 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 вай. Так, супер, 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 супер. Ребятки, отличненько, отличненько. Просто супер. Ням-н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 ям. Ох, отлично, 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 отлично. Так, ребятки, давайте. А кот, я так, ребятки, заметил, когда у нас попадают, ребятки, лазаря вот этот, то мы становимся еще меньше. Так что, ребятки, лучше на них, конечно же, не попадаться и кушать листочки, продолжать дальше. И когда мы сейчас, ребятки, съедим все лазари вот эти, и, наверное, сможем питаться и котами, нам надо просто набрать мышечную массу, ребятки. Это пока все, что нам нужно сделать, дорогие друзья. О, все, отличненько, ребятки, мы хаваем котов. Мы хаваем котов, которые в нас стреляют. Галавль Гжа он называется, ребятки. Это, наверное, такая разновидность этой модели, ребятки, этого кота. Отличненько, ребятки, мы с вами прошли этот уровень. И мы продолжаем дальше играть в нашу замечательную игру под названием «Съедобная планета». И начинаем мы здесь, ребятки, с поедания машин, дорогие друзья. Машины поедать — это вам, конечно же, не мух ловить, дорогие друзья. И здесь нам приходится немало попотеть, ребятки. Так что давайте будем от этих танков потихонечку убегать с вами. И таким образом как-то потихонечку вылезать из этого неприятного ситуации. Так, ну что ж, давайте, машинки, идите сюда, я вас всех переем. Ням-ням-ням-ням-ням, какие вкусные деревья, береза, ребята. Так, это, я так понял, какие-то лаборатории, ихние дома, этих всех пришельцев, ребятки, этих людей из будущего. Так, ну как вкусно, ребят. Я так понял, ребятки, что я поменял ход истории полностью. И таким образом поменял, ребятки, все, вплоть до того, что происходит сейчас на планете Земля, дорогие друзья. Так, ням-ням-ням-ням-ням, все очень вкусно. Когда я уже смогу хавать роботов, вы мне лучше скажите, потому что машинки я-то хаваю, ребятки, но я же хочу, ребятки, вырасти и начать хавать этих нехороших роботов, которые у меня, ребятки, стреляют. Роботов-танков, дорогие друзья, вот этих нехороших надо уже потихоньку, ребятки, уничтожать, потому что они мне довольно-таки не нравятся, ребят. Так что давайте потихонечку будем с вами плавать, плавать, плавать и летать. Отлично, 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 дорогие друзья. Просто супер, просто супер, 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 супер. Ой, ням-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 ням. Отличненько. Отличненько, просто круто. Так, 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 так. Отлично, отлично. Вай, 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 вай. Ребята, 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 куда же это годится? Давайте в срочном порядке мы с вами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, хорошо. Замечательно просто. Так, 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 так. Хорошо, 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 ребята. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Так, отличненько, дорогие друзья. Проходим нашу замечательную игрушку. Так, 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 так. Давайте, дайте, дайте, дайте мне проехать быстренько. Ребятки, когда же я уже буду танки есть? Эти машины уже мне не надоели. Дайте мне еще что-то. А кроме машин мне абсолютно ничего больше не дают, ребят. Посмотрите. Одни машины мне только дают. Одни машины мне только дают, ребятки, и все. Эти автомобили... О, все, ребята. Посмотрите, мы можем хавать танки, ребята, все. Все танки, идите сюда теперь, быстро, срочно ко мне. Я вас всех уничтожу и всех съем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Вот он, еще один танк. Давайте, лазерный танк, ребята. Вот он тоже, ребятки. Вот еще один. И вот еще один. Отличненько. Уже и звука от них нету, ребятки, потому что мы практически всех танков, ребятки, посъедали. Это просто не может не радовать. Это просто, ребятки, круто. Мы даже дома можем кушать, ребят. Посмотрите, все, ребятки, мы все хаваем вместе с домами. Это просто замечательно. Посмотрите, разве нет? Посмотрите, как это круто, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень, и мы продолжаем нашу замечательную игрушку. И что здесь, ребята? И мы здесь вышли, ребята, в открытый космос. В открытом космосе мы будем ловить астероиды и метеориты, ребятки. Так, давайте начнем с поедания небольших астероидов, а дальше посмотрим, что мы будем делать дальше, ребятки. Так, давайте съедим, 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 съедим. Съедим все, что попадется на нашем пути в космосе, ребятки.
А наш рост уже 137 метров, дорогие друзья, если вы можете видеть. Вы видите, ребятки, какие мы большие? И мы уже вышли за пределы, ребятки, атмосферы, и мы в космосе. И мы, ребятки, умеем дышать, ребятки, да-да-да. И мы хаваем вот эти астероиды, ребятки, которые летят в космосе. И таким образом набираем потихонечку мышечную массу. Так, пока что хаваем маленьких, потому что мы еще довольно такие маленькие, ребятки. Но я вам хочу сказать, что мы быстро придем в себя, мы быстро вырастем, ребят, посмотрите. Мы реально очень быстро растем, но мы уже 600 метров. Ребята, посмотрите, мы уже 600 метров. Вы представляете, насколько мы, ребятки, большие? Мы были очень маленькими, но стали очень... Мы уже 1000 метров, ребята. 1000 километров мы уже, ребята, вы представляете? Вот это да, я думал метров, а это за километров. Ребята, вот это да. Вау, 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 давай, 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 давай. Отличненько, ребята. Нет, нет, я 2 километра все-таки, ребятки. Я 2 километра уже, ребятки, в длину. Мне надо хавать и питаться вот такими вот малюсенькими астероидами. Ну как малюсенькими? О, летающая тарелка, ребят, надо прятаться, потому что они пытаются, летающие тарелки, реально нас уничтожить. Так что давайте будем съедать, ребятки, астероидов. Я так думаю, что в скором времени, дорогие друзья, мы дойдем и до них и покажем им, где раки зимуют, ребятки. Да-да-да. Мы уже довольно-таки большие, так что еще пару астероидов, ребятки, съедим, быстренько вырастем. И съедим эти летающие тарелки, которые, ребятки, хотят нас словить. Да-да-да. Сейчас посмотрим. Куда же они делись-то, летающие тарелки? Где же они? Покажите, где они, ребятки. Ого, ребята, мы еще выросли, вы видели? Мы еще стали больше, ребятки, в 2 раза. Теперь летающая тарелка нам вообще нипочем, дорогие друзья. Появились новые летающие тарелки. Посмотрите, ребята, появились новые летающие тарелки, которые хотят нас съесть, которые еще больше в 2 раза, чем предыдущие, дорогие друзья. И таким образом надо с ними как-то, ребятки, бороться. А как бороться мы с ними будем, я сейчас вам покажу, ребятки. Мы просто наедимся вот этих астероидов. Мы быстренько с вами вырастем, дорогие друзья. И сможем с легкостью, дорогие друзья, с вами отбить эту атаку. Так, ну что ж, ребята, мы 164 километра. О, отлично, ребята, я хаваю летающие тарелки, вы видели? Посмотрите уже, какая земля круглая. Я уже ее могу обхватить практически со всех сторон, дорогие друзья. Так, это просто замечательно, ребятки. О, ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. О, ням-ням-ням-ням, как вкусно. Ого, ребята, посмотрите, какая планета Земля, как я уже вырос. Если вам видно, ребятки, то вы увидите. Посмотрите, как я вырос, ребята. Это просто, смотрите, вау, ребята, астероиды падают и разбиваются, ребятки, об Землю. Посмотрите, какой, ребятки, я уже большой. Но хавать пока что еще больших, ребятки, астероидов я не могу. Мне приходится довольствоваться маленькими. Словить их тоже, ребятки, нелегко. Нелегко их словить. Так что, в общем, ребятки, приходится нам быть немножечко такими, как бы сказать, сдержанными. Так, ну что ж, ребятки, потихонечку мы начинаем набирать нашу мышечную массу. Немножко уже стало легче нам ловить, дорогие друзья, вот эти камушки. Мы уже стали, ребятки, большими. И мы с вами теперь можем все с легкостью сделать. Так, ну что ж, отлично. Ого, ребят, посмотрите, мы уже какие огромные, мы уже 2 мегакилометра, дорогие друзья. Ого, ребята, вот это да. Ого, ребята, вот это мы огромные. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да, ребятки, посмотрите, какие камни мы с вами съедаем. Это же просто, посмотрите, уже планета Земля скоро будет, реально. Луна, ребята, мы скоро съедим Луну, вы видели? Луна вокруг планеты крутится, ребята. Вы видели? Мы скоро ее съедим, дорогие друзья. Так, вот она, ребята, мы съели Луну. Вы представляете, посмотрите, мы вместе, вместо Луны крутимся вокруг нашей Земли. Ля-л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 я. Так, это же, конечно, все хорошо, дорогие друзья, но нам надо же что-то, чтобы питаться. А, вот поле астероидов, дорогие друзья, давайте, собственно, съедим. А это что, это Марс, ребята, мы съели только что Марс. Вы представляете, мы съели планету Марс, ребята, вот это да. Как же так, вот это мы стали такими большими, ребята, что съели планету Марс, дорогие друзья. Вы представляете вообще, как можно стать таким большим, реально круто, да?
Так, еще один. А, это Венера, ребята. Земля. Все, ребята, мы съели землю, вы видели? Мы съели землю, дорогие друзья. Все, ребятки, мы очень огромные. Мы все съели, практически весь космос. Все, ребята. Мы съели весь космос, дорогие друзья. А где кого есть? А, нет, еще, ребятки, есть астероиды. Еще есть астероиды и Солнце, ребята. И Юпитер. У нас есть еще Солнце и Юпитер, так что не стоит отчаиваться. Нам еще, ребятки, есть что похавать здесь. И довольно-таки много всего, ребятки, есть чего похавать. Так что давайте, ребятки, будем, собственно, довольствоваться тем, что нам дают сейчас, и потихоньку проходить эту замечательную игрушку. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, ребятки, какие эти астероиды вкусные, вы даже не можете себе представить. Так, ребята, это у нас Нептун, отличненько, мы его уже с вами только что съели. Солнце пока что мы еще, конечно же, не можем съесть, потому что мы еще очень сильно, ребятки, маленькие. Но другие планеты из Солнечной системы, такие как Юпитер, вот мы только что съели, дорогие друзья. И это просто, я считаю, замечательно. И астероид какой-то мы съели, ребята. Или другую планету в Солнечной системе. И Уран мы с вами съели, дорогие друзья. И еще что-то съели. И еще астероид. Короче, ребятки, мы уже с вами поседали практически всю Солнечную систему. И Сатурн только что съели, дорогие друзья. И... Ай-яй-яй, я обжегся, ребятки, об Солнце. Но Солнце мы еще пока что, ребятки, не можем кушать. Так что давайте пока что подовольствуемся астероидами, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно, ребята. Как же вкусно кушать вот эти астероиды. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами с легкостью прошли этот уровень. Ну что ж, ребятки, давайте перейдем на следующий и посмотрим, что здесь нас ждет. А здесь мы опять, ребята, в космосе, и опять мы, наверное, стали немножко меньше, да, ребятки, потому что у нас есть такая штука, как изменение размеров, дорогие друзья. Так, ну что ж, ребятки, там стреляют по мне корабли летающие, ребятки. Это, наверное, люди, которые... Ребятки выжили и хотят отомстить за то, что я все их не посъедал. Наверное, да. Но видите, они разбиваются все об корабли, эти людишки. Но и ребятки таким образом попадают под влияние всех-всех-всех, кто существует, ребятки, на этой вселенной. Так, ребятки, а как же от него убежать-то? Все, нам надо хавать вот таких вот этих. Дайте мне маленьких астероидов. Очень мало. Реально очень мало маленьких астероидов, ребятки. И таким образом мне сложно набрать мышечную массу так быстро. Так быстро вырасти. И для того, чтобы мне вырасти, мне нужно, ребятки, питаться вот такими астероидами. Но, ребятки, пока я не могу этого сделать, потому что летающие корабли реально не дают мне это делать, ребята. Они разбиваются о камни. Но мне не дают, потому что пытаются меня, ребятки, убить. Видите, я уже 4 метра в длину, дорогие друзья. Это просто не может не радовать. Это просто круто. О, мы уже можем есть камушки побольше. Вот это меня уже просто радует, дорогие друзья. Потому что теперь мы с вами уже можем хавать, которые побольше камушки. Отличненько, все, отлично. Просто супер, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вы видели, он взорвался, ребята. Взорвался астероид. Ого, ребятки. Хорошо, что мы не попадаем под влияние астероидов и не взрываемся, ребятки, так же. Это просто замечательно, я считаю. Так, отличненько, отличненько. Просто супер, ребятки. Просто супер, дорогие друзья. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Вот тут нужно быть бдительным и аккуратным. Понял. Вот так вот. Отлично, отлично. Просто супер. Так, ребята, а куда же мне, подождите, как же мне правильно, ребятки, зайти-то? Ням-н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 ям
ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ребятки, как вкусно. Отличненько, дорогие друзья. Отлично, просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
Ребята, посмотрите, какие астероиды мы уже хаваем. Наверное, скоро мы сможем вот этих роботов тоже хавать. Эти летающих роботов, которых придумали люди. Все, идите сюда, злые роботы. Ха-ха-ха, ребята, мы их съедаем, вы видели? Все, теперь охота на меня, ребятки, усложнилась, потому что я могу хавать практически всех роботов, дорогие друзья. Отличненько, я прошел, ребятки, этот уровень. Мы его с вами одолели. И давайте перед последний уровень включим и посмотрим, ребятки, что здесь. А уровень называется «Граница», дорогие друзья. И мы с вами съедаем, что это такое-то? Звезда, ребята, мы с вами... Ой, я обжегся. Мы с вами можем кушать звезды уже, ребятки. Давайте начнем кушать, ребятки, звезды, а там посмотрим, к чему мы в итоге придем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусные звездочки, вкусные звездочки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусные звездочки. Но я почему-то не расту. Мне что, их целую вечность так кушать? Ну, потихонечку я расту вообще. Очень-очень медленно, ребятки. Очень-очень медленно. Я думал, я буду, в принципе, расти, ребятки, быстрее. Я галактику съел или звезду. Вы видели, ребята, звезду. Все-таки звезда пишет мне, что это, ребятки, звезда. И таким образом мы съедаем, ребятки, галактики все вот эти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, 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 отличненько. Просто, ребятки, супер. Так, это все просто замечательно, дорогие друзья. И теперь здесь что это такое-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Ох-ох-ох, отлично, дорогие друзья, отлично, просто супер. Так-т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 ак, ребятки. Отличненько, 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 просто супер. Так, 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 так. Ребята, это мы звезды кушаем. Но я так медленно расту, ребятки. Если бы я мог расти быстрее, ребят, я бы уже бы давно. О, мы уже звезды можем кушать побольше, ребят, посмотрите. Посмотрите, какие мы уже. Ого, ребята, все отлично. Все, мы хаваем звезды, ребята, которые уже довольно-таки побольше. Это просто замечательно. Их просто так сложно, ребятки, ловить. Немножко, конечно, неудобно. Но, тем не менее, ребятки, мы с вами проходим эту игру. И уже практически остался, ребятки, финиш. Потому что вы уже давно просили меня эту игру пройти. А я никак все не могу в нее поиграть. Никак не доходили руки. Но в этом эпизоде, дорогие друзья, мы с вами... Быстренько все, ребятки, съедим и быстренько пройдем, ребятки, все уровни. И не стоит переживать о том, что мы не играли в эту игру, дорогие друзья. Так, ну что ж, дорогие друзья, я супергиганты хаваю. Звезды, которые называются супергиганты. Я их хаваю потихонечку и таким образом добиваюсь успехов. Но, ребятки, пока не все, потому что... Некоторые звезды просто не даются просто так, ребятки, и их надо закусывать, ребятки, с определенной дозой. Ням-ням-ням, ребята, все, мы стали еще больше, посмотрите, ребятки, все, мы теперь звезды хаваем, вот это да, ребятки, мы научились хавать звезды, крупные звезды, ребятки, отлично, вот это космос, вот это вселенная, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, погнали теперь наверх и будем потихонечку, ребятки, проходить нашу замечательную игрушку. А вон черная дыра, ребята, вы видели? Черная дыра, которая засасывает, ребята, все. Видите? Она тянет, ребятки, все туда. И меня может затянуть, ребятки. Но я не хочу в черную дыру. Нам, для, ребятки, можем, мы можем съесть черную дыру, но нам нужно сначала набрать, ребятки, массу. Пока что мы не можем ее съесть, ребята, но мы можем съедать все, что она в себя всасывает, дорогие друзья. Посмотрите. Ауч, ребята, пока что мы еще не можем. Нам говорит, ребятки, глазастик, что мы еще пока не можем этого сделать. А тем не менее, чтобы я занимался другими вещами. А теперь, ребятки, я могу съесть черную дыру. Отлично. Зеленая, что это такое? Туманность, ребята. Я съедаю туманность. Вот вы представляете, я съедаю туманность, ребята. Которая разных цветов, дорогие друзья. Так, ребята, большая туманность меня, ребятки, бьет. Вы видели? О, ням-ням-ням-ням-ням, ребятки, все, мы всю туманность можем хавать. Вот это круто, ребята, посмотрите, насколько реально мы большие с вами, ребятки. Правда, скажите, вот это мы с вами, конечно же, ребятки, выросли. Теперь мы эту туманность, ребята, посмотрите, как съедаем без всяких, ребятки, перепонок и без всяких, ребятки, остановок. Потому что туманность нам не помеха, мы ведь глазастик уже довольно-таки большой. И нам надо, ребятки, посмотрите,
Посмотрите, какие мы огромные, дорогие друзья. Глазастик просто вырос до неузнаваемых размеров, ребята. Посмотрите, я целые галактики, ребята, ем. Вы представляете? Вот это да. Вы представляете, насколько я вырос, дорогие друзья, что ем галактики. Так, галактики сталкиваются, это понятно, это по физическим законам, это норма. Это, ребятки, нормально, вполне нормально. Так, давайте, ребятки, начнем хавать, хавать, хавать вот этих всех, 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 всех. Ням-н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 ям. Все, ребята, мы хаваем галактики, звездный кластер. Вы представляете, ребята, посмотрите, мы съедаем звездный кластер. Это означает, что мы вообще супер-мега-мега огромные. Посмотрите, вот эта галактика, ребята. Вы представляете? И ее хвост мы можем кушать. Вы видели, ребята? Все, ребята, мы можем кушать ее хвосты. Потихонечку мы ее начинаем обгрызать, ребятки. Прикольно, да? Скажите, ребят, посмотрите. Мы потихонечку начинаем обгрызать галактику. Вот это, конечно же, смешно. Реально смешно, очень смешно, ребятки. Но, тем не менее, дорогие друзья, все отлично. Так, 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 так. А посередине, ребятки, звезда. Вы видели какая-то? Солнышко, наверное. Так, ребятки, отличненько. Это мы уже начали с вами кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой, как же вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, все, ребята, посмотрите. Посмотрите, ребята, как мы съедаем галактику. Ого, ребята, отличненько, ребятки. Мы съели с вами галактику целую. И нам теперь нужно... Ауч, мы эту не можем, нам надо есть маленькую. Эллиптическая галактика, ребятки, пишет нам, что это эллиптическая, ребятки, галактика. И нам нужно с помощью нее, ребятки, набирать вес. Потому что если мы с помощью нее не будем набирать вес, мы просто-напросто проиграем, ребят. Да-да-да. Так, ребята, отлично. Ой-ой-ой-ой, звезда. О, отлично, все. Мы можем хавать большие звезды, ребятки, посмотрите. Все, ребятки, я хаваю галактику. Все, ребята, я спиральные галактики хаваю, огромные. Ого, ребята, посмотрите, все, я просто утонул в галактиках. Они просто, ребятки, настолько огромные. А вон, видите, какая совокупность звезд в космосе. И мы, наверное, сможем эту совокупность, ребятки, тоже съесть. Но пока сейчас мы не можем этого сделать. Но по физическим законам, все, ребятки, мы эту совокупность начали хавать. Все, эту пока не можем, потому что она слишком большая для нас. Но вот эту довольно-таки можем. Все, ребятки, посмотрите, группа галактик. И мы с вами съедаем эту группу галактик, дорогие друзья. И продолжаем играть в нашу замечательную игру «Съедобная планета» или «Tasty Planet». Продолжаем ее, собственно, с вами проходить, дорогие друзья. Так, отличненько, отличненько. Давайте покушаем вот эти галактики, которые нам дают здесь. Ням-ням-ням, как это вкусно. Так, давайте начнем с этих маленьких, потому что большие нам никто, ребятки, не дает. Не дает никто. Отличненько, ребятки. Просто супер. Просто замечательно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ребята, вот это да. Ням-ням-ням. Какие вкусные галактики, дорогие друзья. Какие вкусные галактики. Отличненько, дорогие друзья. И мы прошли с вами этот уровень. Ребятки, это означает, что мы уже переходим на последний уровень, ребятки. А на последнем уровне, ребятки, мы опять такие масенькие. Опять мы такие малюсенькие, дорогие друзья. На последнем уровне, ребятки, что нам нужно кушать бактерии. Да что ж такое. Практически постоянно мы превращаемся в такое маленькое, ребятки, ничтожное существо, которое практически не может выжить на этой планете. Но оно борется за жизнь, дорогие друзья. И тем не менее нам надо кушать эти бактерии, дорогие друзья, чтобы вырастить более мощную такую, так сказать, крысу, которая будет способна, ребятки, победить все и вся на своем пути, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, ребятки, мы уже с вами можем кушать вот этих зеленых бактерий. Те бактерии, которые похожи, ребятки, на червячков, мы пока что кушать не можем, потому что еще не выросли. Сейчас мы с вами обязательно, дорогие друзья, вот этих похаваем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, отличненько, отличненько. Сейчас мы с вами наберем немножко мышечной массы, дорогие друзья, и сможем с легкостью справиться с вот теми жучками, которые, ребятки, ползают. Да, и таким образом мы сможем с вами их хавать.
Так, отличненько, дорогие друзья. И мы с вами уже немножко подросли еще. Так, пока что мы еще не можем. Нас он повредил, ребятки, он кусается. Как только мы к нему дотрагиваемся, я сразу начинаю кричать: ауч, ребятки, потому что это означает, что не трожь меня, ты еще совсем мал, тебе еще надо подрасти немножко, а потом ты уже сможешь, наверное, меня кушать, дорогие друзья. Все, теперь, дорогие друзья, мы можем кушать вот этих штук, но здесь стоит понять, ребятки, что появились нанороботы. Это не есть, ребятки, хорошо, это есть очень плохо, дорогие друзья. И таким образом нам надо что-то делать. Что же вы делаете? Вы видели, ребята, пыльца? Пыльца меня чуть не съела, дорогие друзья. Так, ну что ж, ребятки, будем потихоньку кушать вот этих штучек, которые здесь пытаются... Которые здесь, ребятки, пытаются сделать то, что нам не нужно. И потихонечку, ребятки, съесть даже вот этих нанороботов, которые пытаются нас съесть. Давайте начнем, ребятки, с бактерий. Сейчас наберем мышечную массу и начнем хавать этих ничтожных роботов, которые хотят, ребятки, нас поймать, словить и наказать, собственно. Так, ну что ж, давайте, давайте, давайте. Я вас жду. Так, ну что ж, погнали, 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 погнали. Отличненько, отличненько, отличненько. Мы едим все вот это просто замечательно. Но когда же уже все-таки я наберу массу, которая позволит мне съесть этого робота? А вот и все, дорогие друзья. Массу я набрал, робота начал кушать. Но сейчас появятся либо крысы. Вот это пыльцу мы начнем кушать. Появятся какие-то нано-крысы, нано-коты, ребятки. В общем, как всегда, я так думаю. Так, ням-ням-ням-ням-ням, ребятки, как это вкусно. Кушать вот эту вкуснятину этих роботов разных. Вы просто даже себе, ребятки, представить не можете, как это вкусно. Это просто вкуснотища. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, дорогие друзья, отлично, просто супер. Все, ребятки, мы можем хавать вот эту пыльцу и нанороботов вместе взятых с ней. Ням-н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 ям, отлично. О, отлично, ребят, мы еще выросли, еще больше стали. И здесь, я так думаю, появятся нанокрысы. После этой пыльцы, ребятки, появятся нанокрысы. Сейчас вот эту нам надо захавать пыльцу, дорогие друзья. Вот эту, которая еще острая, видите здесь? Круглая. Это тоже, ребятки, пыльца. Мы ее обязательно с вами сейчас съедим. Но сначала нам надо набрать массу, ребятки, чтобы ее съесть. Потому что просто так нам к ней не подобраться. Она очень колючая, дорогие друзья. И таким образом мы с вами не сможем ее съесть. О, ребята, мы, походу, уже можем кухавать ее. Да, ребятки, отлично, все, мы едим вот эту большую пыльцу. А рядом с ней, наверное, ребятки, появятся на фоне сейчас огромные крысы и коты, ребятки. После того, как мы наедимся вот этой пыльцы, дорогие друзья. А, амеба, ребята, сначала амеба, все, понял. А потом уже появятся более большие, дорогие друзья. Я не понял, амеба меня укусила, что ли? Я не понял-то. Как так-то? Я-то был самый большой, а амеба меня кусает. Ребят, это никуда не годится. Нам надо съедать побыстрее вот эту штучку. Вот этих пылинок мы съедаем, 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 съедаем. Дорогие друзья, отличненько. Просто супер. Ням-н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 ям. Ох и вкусно. Ох и вкусно. Просто супер. О, все, ребятки, мы опять съедаем капельки с листиков. Посмотрите, ребят, как это прикольно. Скажите, посмотрите. Ням-ням, ребята, все, появились крысы, ребята. А, нет, это не крысы, ребята, это муравьи, ребята. Нано-муравьи. Ребята, нано-муравьи не шутят, реально не шутят. Ребята, нано-муравьи реально не шутят. Так что нужно внимательным быть и бдительным. Очень-очень-очень. Отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Я считаю, что это просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как же вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, дорогие друзья. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
Ого, ребята, так вкусно мне еще никогда не было. Просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично. Так, ребятки, когда же я уже начну хавать муравьев этих, вы не знаете? Когда они мне уже будут доступны? Давайте капельки соберем воды. Вот эти. Все, ребятки, ха-ха-ха. Вот это прикольно. Мы можем уже хавать вот этих муравьев негодных. Идите сюда, проклятые негодяи. Я вас всех теперь посъедаю. Иди сюда. Так, эту водичку мы тоже забираем, дорогие друзья. Съедаем вот эти камушки, ребятки. Отличненько. Все, ребятки, мы съели лазерного муравья. Ха-ха-ха-ха-ха. И таким образом нам надо, ребятки, расти, потому что нам еще надо батарейки съедать. И кучу всего, ребятки. Да-да-да, ребятки. Так, это, ребятки, был камень. Только что так, ребятки, это была водичка. Так, муравьи, ребятки, хаваются. Это очень замечательно, дорогие друзья. Но стоит отметить, ребятки, и тот факт, что нужно быть бдительным и внимательным, чтобы меня они не застрелили. Потому что они до сих пор в меня стреляют. Хоть я их, ребятки, и могу хавать уже. Но они до сих пор у меня стреляют, и мой вес уменьшается, когда они у меня, ребятки, попадают. Стоит это учитывать и быть бдительным и аккуратным, не попадаться на их уловки. Так, ребятки, когда мы это уже сможем хавать кредитную карту? Скоро, наверное, я думаю. Я так думаю. Я так надеюсь. Все, ребятки, мы хаваем кредитки с вами. И все, наверное, и батарейки. Отличненько, ребятки. Все, посмотрите. Мы можем хавать все, что захотим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Крысы, ребята, крысы. От крыс надо... Ой-ой-ой, пылесос, который все чистит, ребята. А вот и доктор. Доктор Мозг, ребята, опять здесь со своим парнем. Опять следят за мной. Они пустили в ход свои новые нано-крысы, ребятки. Давайте начнем с батареек. Потому что крысы пока мы еще не можем кушать, ребятки. Крысы пока еще нам недоступны. Но, ребятки, это недолго. Сейчас мы с вами с легкостью пройдем эту замечательную игрушку полностью и отличненько поиграем. Так, отличненько. Здесь все, ребятки. Здесь тоже все. Это просто, ребятки. Все, ребятки, мы можем хавать крыс. Посмотрите, ребята, мы полностью хаваем крыс. Это же просто круто. Это же просто, я считаю, ребятки, замечательно, когда мы можем с вами хавать крыс. Не правда ли? Я считаю, что это просто супер, ребят. Если вы тоже так считаете, ставьте пальчики вверх, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, 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 ребята. Так, 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 дорогие друзья. Тихо, тихо, тихо. Так, 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 так. Ауч, ауч, ауч. Ауч, ауч, ауч. Так, 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 так. Мух, ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно, ребята. Как же это вкусно. Вы просто себе не можете представить, ребята. Это настолько вкусно, что это просто капец. Ням-н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 ям. Все, ребятки, мы можем съедать лазерное оружие, вы видели? Так, это летающие скейты, ребята, которые мы сейчас будем хавать. А мы будем их хавать, ребятки, обязательно, потому что придет такое время, когда люди... Пока что мы еще людей не можем хавать, но скоро, ребята, солнечные батареи. Скоро, ребята, придет такое время, когда мы будем хавать вот этих всех людей, которые ходят здесь. Они не хорошие, ребятки, потому что они пытаются уничтожить Глазастика. А Глазастик не хочет умирать, дорогие друзья. Глазастик хочет жить, ребятки. И таким образом мы с вами будем, ребятки, проходить дальше нашу замечательную игрушку и стрелять, стрелять, стрелять и еще раз, ребятки, стрелять. О, ребятки, все, мы можем хавать людей, вы видели? Круто, все, отлично. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Круто, 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 все. Ох, ням-ням-ням, как это было вкусно, ребятки. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, просто супер, ребятки. Посмотрите, как это все съедается легко. Легко и просто, дорогие друзья. Так, куда ты, скейт, убежал? Вы видели, скейт от меня уехал. Я думаю, что, ребятки, я скоро вырасту и начну хавать автомобили, ребятки. Да-да-да, ребята, я не шучу. Я вам говорю полную, ребятки, правду. Потому что это довольно-таки не сложно, ребята. Все это требует просто внимательного времени, и игру вы пройдете. Потому что многие подписчики меня спрашивают: Юра, Юра, пройди съедобную планету, я застрял там на каком-то уровне и не могу пройти. Я вам хочу сказать, что эта игра не такая сложная, как длительная. Она просто долгая очень, вот и все. А сложности, ребятки, здесь нет абсолютно никакой, дорогие друзья. Так что вам с легкостью вы сможете ее
одолеть любыми путями. Если вы, ребятки, прошли Swamp Attack, а Swamp Attack очень тяжелая игра по своим меркам, дорогие друзья. Я напомню, что играл еще в взломанную версию, потому что это было довольно-таки, ребятки, сложно. Все, ребятки, мы можем хавать деревья. И, наверное, автомобили скоро можем хавать. Не только деревья, но и автомобили, дорогие друзья. Ням-ням-ням, какое вкусное дерево было. Так, люди съедаются на раз-два, дорогие друзья. И скоро мы будем, наверное, съедать так же самое, ребятки, машины, как и березы вот эти. О, отлично, куча скейтов была, ребята. О, ням-ням-ням, это тоже для меня спрятали скейт, вы видели, ребятки? Так, отлично, 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 ребята. Так, сюда мы никак не попадем. Сюда вот так вот попадаем. А сюда надо выгнать отсюда машину, ребята. Все, отлично, мы выгнали машину. О, отлично, мы можем теперь ее хавать. Ребята, посмотрите. Мы можем хавать теперь автомобили и деревья тоже. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это вкуснотища. Вот это много всего, ребята. Посмотрите, как много всего, дорогие друзья. Как много всего. И это все мне, и это все для меня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Клены, ребята, посмотрите. Дома. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пошли дома уже в ход, ребята. Пошли дома. Вы представляете, насколько, ребята, мы огромные, чтобы мы уже не только танки едим, но и дома, дорогие друзья. Посмотрите, ребята, мы целые улицы съедаем. Мы все тупо, ребятки, заметаем на своем пути. Посмотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, ребята, отлично, просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ого, как вкусно, ребятки. Целые улицы, ребята, целые улицы, ребятки. Целые улицы названы в эту честь. Отличненько, ребята, отлично, просто супер. Ого, все, ребятки, мы вылетели с вами в космос. И начинаем мы, ребятки, с вами, конечно же, с этих астероидов, ребятки. Потому что, ребятки, скоро мы пройдем уже с вами игру. Осталось, ребятки, совсем немного. Я так думаю. И мы с вами с легкостью сможем, ребятки, одолеть все трудности, с которыми сталкивались, ребятки, раньше. Так что, дорогие друзья, не стоит переживать. Все будет хорошо, все будет отлично. Так, ребятки, ну что ж, посмотрите, где мы уже, ребятки, с вами. Посмотрите, 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 какие, ребятки, мы уже большие, дорогие друзья. Так, берем, берем, берем здесь вот этого. Берем здесь вот этого, здесь вот этого. Здесь вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Все, ребятки, опять же начинаем повторять эту процедуру по новой. Кушать, кушать с маленького до большого, ребятки. Все, ребятки, таким образом игра проходит довольно-таки легко. Это довольно-таки несложно, дорогие друзья. Все это делается. Все это можно сделать, пройти, ребятки. И начать, в общем-то, делать хоть что-то. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, отличненько, отличненько. Что это такое, ребята? Космическая станция МКС, ребята, мы ее съели. Вы представляете, ребята, мы съели космическую станцию, и за нами сразу же инопланетяне гонятся. Или это люди в летающих тарелках, таких специальных, новых. Либо это инопланетяне, дорогие друзья, которые хотят меня попросту уничтожить, поджарить, наверное, как сосиску и съесть. Просто-напросто я так умирать не хочу, ребятки, и я буду все-таки стараться, ребятки, убегать, убегать, убегать и еще раз убегать, дорогие друзья. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, ребята. Просто супер, ребятки. Просто круто. Ауч. Так, отлично. Ням-н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 ям. Мням-мням, ребятки. Мням-мням-мням. Мням-мням-мням. Как вкусно. Мням-мням-мням. Как вкусно. Мням-мням-мням-мням-мням-мням-мням. Ауч. Ребятки, 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 подождите, мне же надо. Мне же надо, ребятки, куда-то спрятаться-то. Срочно-то, ребятки, ребятки, подождите, 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 подождите. Сейчас я вам покажу, куда мне, что мне надо делать. Мне надо, ребята, я уже 150 километров в длину. Я уже, ребятки, очень довольно-таки большой. И мне, ребята, надо сейчас покажу, куда полететь. Так, это, конечно же, все вкусненько. Ням-ням-ням. Да, мы все это видели, мы все это знаем. Отличненько. Все, ребята, посмотрите, все. Мы опять видим, ребята, планету Земля с огромной, ребятки, высоты.
Мы с вами с легкостью, ребятки, проходим эту замечательную игрушку, дорогие друзья. И продолжаем, ребятки, проходить ее. Так что не стоит, ребятки, огорчаться. Все будет отличненько. Так, давайте будем хавать, что ли, вот этих астероидов потихонечку. Потихонечку будем их кушать, ребята. И таким образом набирать массу. Мням-мням-мням, как же вкусно. Вы видели, большие астероиды, ребята, разбиваются об землю. И это вообще просто сводит с ума, ребят. Вы видели это? Так, 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 подождите, подождите, подождите. Мням-мням-мням, это очень все вкусно. Конечно, камушки летят. Я расту, я их кушаю. Мням-мням-мням-мням-мням-мням. Ребятки, посмотрите, мы уже в половину роста, ребятки, выросли. Мы уже довольно-таки огромные, ребята. И скоро, наверное, мы съедим саму планету Земля, дорогие друзья. Да-да-да, ребятки, вы не ослышались. Мы будем хавать планету Земля. Она не просто так, ребятки. Луна, луна, луна. Все, ребятки. Луна, луна. Ту-ру-ру-ру. Мы съели луну. Отлично. И мы продолжаем, ребятки, хавать астероиды, которые пытаются... которые, ребятки, они не пытаются куда-то падать. Они просто, ребятки, кружлят, кружлят, кружлят вокруг планеты нашей, вокруг нашей Солнечной системы. Потому что это такой пояс, ребята, астероидов называется. Можно здесь стоять, вот так, открыть рот, ребята, и они будут мне прямо в рот залетать. Так, ну что ж, давайте погнали, ребятки. Так, отлично, Венеру мы съели, Землю мы съели с вами. Ой, здесь солнышко горячее. Давайте пока что не будем к солнышку, ребятки, подходить, потому что это довольно-таки рискованно, я считаю. И насладимся пока что обычными, ребятки, вот такими вот штуками. Обычными этими. Скажите. Скажите мне, пожалуйста, как? А, астероидами. Я уже забыл, ребятки. Я уже заигрался, я уже устал довольно-таки. И мне уже приходится совсем читать название того, что я ем, потому что я уже. Не глядя ни на что, забываю то, что я ем, дорогие друзья. А этого делать не стоит нам. Так, отличненько. Мы съели только что еще одну планету из Солнечной системы, дорогие друзья. И это просто супер. И мы съели, ребята, только что еще Юпитер, наверное, это был. И мы съедим еще вот Уран, ребята. И еще съедим кучу планет, ребятки, из нашей Солнечной системы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как это вкусно. Где же эти солнечные планеты наши? Ребята, где планеты? Вы хоть одну планету видели? Покажите мне планеты, которые я не съел, которые, ребятки, остались еще здесь. А то у меня уже в глазах мутнеет. Пожалуйста, покажите, 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 покажите. Так, вокруг Солнца крутится довольно-таки уже много, ребятки, планет. Да, это вам не просто так. Это вам, ребятки, не шутки. Шутить. Да-да-да. Это довольно, ребятки, рискованно и серьезно. Так, ого, ребята, мы стали еще больше. Все, теперь мы можем хавать звезды, ребят. Отличненько, дорогие друзья. Теперь мы с вами хаваем вот эти звездочки, которые здесь есть. Все, и звездочки, и галактики потихонечку будем вот так вот съедать с вами. Отлично, ребятки. Так, теперь мы с вами после того, как посъедали эти галактики, можем к другим звездам, ребятки, становиться и начинать кушать другие звезды. Я думаю, ребятки, они будут не против. Отличненько, 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 ребятки. Космос, 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 космос. Это просто хорошо, это просто замечательно. Я люблю, ребятки, космос. Я люблю космос, дорогие друзья. Ура, ребятки, мы стали еще больше. И мы теперь, ребятки, схаваем, я думаю, целые галактики, дорогие друзья. И мы теперь с вами съедим все, что только увидим, дорогие друзья. И потихонечку будем подниматься, 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 ребятки, вверх. Отлично. Отлично, ребятки. Вау, 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 ням, 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 ням. Как же вкусно, дорогие друзья.
Кушать вот такие большие галактики. Кушать большие вот такие красные гиганты, звезды, ребятки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, когда же они закончатся? Я думаю, что есть что-то побольше красных гигантов. Есть, наверное, галактики целые, ребятки. Ауч. Обжегся, ребята. Обжегся об галактику, об звезду. Так, отличненько. Отличненько, ребятки. Просто супер. Этого мы тоже съедим. Все, ребятки, и этого съедим. Ой, и этого съедим. Все, мы уже тупо всех, ребятки, подряд можем хавать. Смотрите, ребятки, мы даже самых маленьких можем кушать теперь. Все, отличненько, просто супер. Так, куда-то они летят. А, летят они, ребятки, в черную дыру. Вот черная дыра, ребятки, засасывает все на своем пути. Так что мы вот так вот, ребятки, сможем с вами собирать по очереди все, что падает в черную дыру, дорогие друзья. Так, отличненько, отличненько, отличненько. Черная дыра тянет к себе, ребятки, все-все-все. У нее просто огромнейшее притяжение, дорогие друзья, видите? И она таким образом засасывает все планеты, ребятки, к себе внутрь и уничтожает их там. Да-да-да, ребятки, вы не ослышались. Я все верно сказал, дорогие друзья. Отличненько, ребятки, мы вот так вот с вами насладимся всеми звездами вкусными, а потом, собственно, съедим и саму черную дыру. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами съели черную дыру. И давайте начнем хавать потихонечку вот эту туманность, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали. Отличненько, туманность просто на высшем уровне. Я люблю кушать туманность. Она очень вкусная и разнообразная. После туманности я, наверное, думаю, что я приступлю все-таки, ребята, к галактикам. И начну хавать, ребятки, галактики. Галактики довольно-таки, ребятки, непростые. И приходится, ребята, довольно-таки много уделять времени тому, что хавать попросту не только галактики, но, наверное, и саму материю мы будем кушать. Я так думаю, ребятки. Я пока еще не знаю, конечно же, но дойдем, ребятки, и увидим. Посмотрим, как будет. Посмотрим, как будет. Отлично. 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 Отлично, отлично, дорогие друзья. Так, 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 поднимаемся вверх. Вот это вкусно, 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 вкусно. Ого, ребята, вы видели? Вы видели, что происходит? Как же вкусно. Все, ребята, я съел зеленый кластер. Так, или звездный кластер, ребята, а не зеленый. Звездный кластер — это скупчение. Это, ребята, огромная купа, ребята, звезд разных. Я его хаваю. Это место, ребята, где куча звезд родилась, ребятки. И мы съедаем их. Вот это круто. Это просто круто, ребятки. Это просто невозможно классно, дорогие друзья. Это мне очень нравится. Очень-очень нравится, дорогие друзья, хавать вот это все. О, ребятки, вот это опять. Это галактика. Посмотрите. Все, мы это видели уже. Да, ребятки, нам надо начинать с маленького и заканчиваем мы большим. Все это мы уже видели, все мы это уже проходили, но, ребятки, нам предлагают это сделать еще раз, потому что глазастик, как вы знаете, умеет уменьшаться в размерах, дорогие друзья. А это не есть, конечно же, хорошо. Ням-н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 ям. Вкусно, 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 дорогие друзья. Отлично. О, все, ребятки, мы уже можем хавать много. Вы видели, ребятки? Ням-н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 ям. Все, ребята, посмотрите. Ням-н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 ям. Посмотрите, ребята, мы съели. Мы съедаем эту. Ого, ребята, мы съели с вами материю галактики только что. Вы видели, ребятки? И сейчас мы с вами хаваем, ребята, эллиптические галактики. Ох. Огромная галактика летит, дорогие друзья. Мы сейчас, собственно, с вами начнем ее хавать, как только вырастем, ребятки. Нам осталось немножко еще. Видите, наш глазастик даже в космосе, ребятки, выживает. А вы-то думали. Ему даже воздух не нужен, ребят. Вы видите, он выживает и так в космосе отлично. Глазастик, глазастик. Да что ж ты никак не можешь попасть, эту поймать звезду. Так, ну что ж, ребята, отличненько, я считаю, посмотрите. Я хаваю уже довольно-таки огромные, ребятки, галактики. Это просто, ребятки, я считаю, замечательно. И здесь, ребятки, что такое у нас? И здесь у нас спиральные галактики. Это просто круто.
И, ребятки, что еще? Ребятки, у нас спиральные галактики есть. Потом у нас есть, ребятки, обычные звезды. Потом опять, ребятки, галактики. Потом опять. Все, и мы съели группу галактик. Огромную, просто, ребятки, неимоверно огромную группу галактик мы съели. Посмотрите, ребята, Млечный Путь. Мы даже, наверное, уже и тот съели, дорогие друзья. Так, ну что ж, давайте, ребятки, потихонечку будем съедать эти галактики. Кластер галактик, это означает, что там миллионы галактик в кластере галактик, ребят. Миллионы, просто миллионы галактик. Отличненько, дорогие друзья, отличненько. Ого, ребята, что это? Я уже даже звезд не вижу. Я что, уже съел, что ли, все? Вы представляете, насколько, ребята, я большой, что я уже маленькие звезды даже не вижу. Потому что это уже, наверное, скоро пойдет материя. Отличненько, ребята, посмотрите. Посмотрите, какие мы большие, ребята. И мы можем с вами... Что это? Это материя, ребята. Ребята, это материя Земли нашей. Мы съедаем материю. Ребятки, вы только посмотрите, мы съедаем всю материю нашей планеты. Ням-ням-ням, ого! А это что, оказывается, что ее держат черепахи? Ребята, и черепах мы тоже с вами съели всех. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, дорогие друзья. И что нам здесь пишут? А вселенная так и покоится на спине первой черепахи времени. А эта черепаха была на спине у второй. Вторая на спине у третьей. И так далее. Черепахи никак не противились надвигающему глаза калипсису. А было вкусно. Очень вкусно. Итак, ребятки, до бесконечности. Ну что ж, дорогие друзья, прошли мы с вами игру Tasty Planet. Съедобная планета. Отличненькая игра. Мне очень, ребятки, понравилась. Ставьте пальчик вверх, ребятки, если вам тоже понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать все новости на моем канале. И оставляйте комментарии, дорогие друзья. А с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока.